Новый физкультурно-оздоровительный комплекс готовится к открытию в Уссурийске при школе номер 6. Спорткомплекс построили по проекту 50 модульных спортивных залов в школах Дальневосточного федерального округа. Уже в октябре ребята смогут заниматься здесь спортом и изучать киокусинкай. За все время в школе не было своего спортивного полноценного зала. Сегодня в рамках поручения полпреда ДФО Юрия Петровича Тутнева и при поддержке главы Минскоразвития Алексея Олеговичкова мы строим здесь полноценный, добротный, светлый спортивный зал для занятий уроком физкультуры, доп. Образования и, соответственно, в учебное время спортивными видами спорта. Начальник управления образования и молодежной политики администрации Уссурийского городского округа отметила, что строительство такого зала и в целом создание благоприятной среды помогает развить качество образования и открыть новые горизонты для подрастающего поколения. Для нас очень важно лично для города, для школы, для детей, для родителей. Это более современные созданные условия для занятий спортом. Халид Валидович прошел по всем помещениям, посмотрел готовность. В принципе, на сегодняшний момент, надо сказать, и наши народные наблюдатели перед этим проходили, отмечали качество исполнения работ. Успешную практику планируется распространить на все регионы Дальнего Востока и Арктики. Работа по этому направлению уже ведется. Ожидается запуск проекта по созданию еще 200 спортзалов для школ Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации. Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.